Всем привет! Это выезд из отеля на первый матч чемпионата мира. Небольшая дилемма. Брать головным убором сувенирный лаиб, это талисман чемпионата, или банальную панаму. Я выбираю лаиба, поскольку играет Катар. И вот здесь те самые листочки, которые помогут мне в дальнейшие дни. Здесь есть шкала трудности. Пока вот в эти 4 дня после первого матча шкала достигает 6,5 23 и 24 ноября. Но поскольку все так расписано, то мы с вами везде успеем оставить эту наклейку. Здесь был Тимур. И чем ближе к стадиону Аль-Байт, тем флаги Катара больше. 60 тысяч человек в самых интересных фанатских одеяниях. Оле! Еще один прикол чемпионата мира, точнее матч на стадионе Аль-Байт. Это парковка около него. Пространство в 30 футбольных полей. Это паркинг около матча открытия. Алло. Задолго до матча ты уже понимаешь, что это больше, чем футбол, то, что будет здесь происходить. Болельщики, кстати, самых разных команд. Я немцев тут вижу. Приходят на матч открытия, чтобы просто посмотреть, как это будет в Катаре. А вот и эквадорцы, кстати. Они тоже есть. Ола! Ола, Гостас! Награда самому трудному стадиону для выполнения нашей задачи, посещения всех матчей, сразу же, с первого дня, уверенно уходит стадиону Аль-Байт, который за моей спиной. От парковки до медиа-входа мы шагаем уже 5-й километр. Конца пути не видно. И непонятно вообще, парни успеют на свой матч открытия. И как я тут буду выживать в 3-м туре, я просто не понимаю, язык заплетается. Вот такая приятная комментаторская пешая прогулка, которая непонятно когда и где окончится. Ну, несколько километровый путь близится к концу. Это самая длинная дорога на стадион, Дим? Самая моя длинная дорога пешком за последние 1.5 года, как все время. Поэтому опять больно стало. А никто не обещал, что здесь будет легко. Вот наши километры закончились на Media Broadcast Entrance. Просто не могу поверить, что наконец-то этот стадион вот так вот близко. Какие тут еще каверзы могут таиться? Итак, этот исторический момент. Неужели? Вот он, чемпионат мира, 60 тысяч на матче открытия, огромная медиатрибуна, вот такой потолок, и сердце бьется, я не знаю, с каким пульсом. У вас тоже? У парней прекрасное место, да? Да. Но это не мое место. Фишка в том, что реально очень высокая комментаторская позиция. Прям как на открытии арены. С одной стороны, ты все как бы здорово обозреваешь, а с другой, ну, номеров, например, не видишь практически. Ну, тяжело, высоко. Для этого у нас с Тимуром есть очки. Надо было отказаться ехать на такой чемпионат мира. Да. Как часто бывает у нас на канале, пока ходил, кто-то уже занял твое место. Не просто занял, а еще играется с сувенирами. Зачем я из дома брал этого несчастного Алиба, если есть подарочный? Надо ловить этот момент, потому что я думаю, что не часто я буду попадать на исполнение гимнов. Это второй гол. Просто второй гол забили. Просто чемпионат мира для Эквадора идет, и они ведут в матче открытия 2-0. Ничего особенного. Итак, первая наклейка, на которой я написал «Валенсия», и там смайлик, Катар, обратный смайлик. Сейчас эта наклейка найдет свое место. Итак, поехали. Мы оставим память о разминочном, самом простом для нашей миссии матче. И вот так этот катарский вечер проводит талисман чемпионата. И большое счастье в одной маленькой южноамериканской стране. Ты доехал на один матч. Впереди всего-навсего 63. Вот представь себе шахматную доску. Там 64 клетки.
Сегодня ты на одну из них поставил какую-то фигуру. Это пешечка пока, не ферзь. Это пешечка. А сколько еще надо заполнить, мой друг? И это завтра будет 2-3. А послезавтра 4 матча. Ну, без шансов, брат. Я буду болеть, но без шансов. Если у кого-то получится, если у кого-то можно получиться, скажи для тебя. Вот теперь, как это будет происходить каждый день, точнее, каждую ночь. Сохранение файла видео в компьютере, ну и изучение листочка на завтрашний день. Англия, Иран, начинаем с этого, переезжаем на Сенегал, Нидерланды и заканчиваем США против Уэльса. Всего 2 переезда, ерунда, должны справиться, 3,5 по шкале сложности. Ну и где-то к 6 утра все это досохранится. Не знаю, успею ли я поддерживать график на YouTube, смотрите на Матч ТВ, как я уже сказал. Если успею, то вы это увидите. В любом случае, подписывайтесь на канал, не жалейте лайков. Уникальный контент здесь вам в ближайший месяц гарантирован.